Жуткая авария, в которой погибли 6 человек, случилась близ Тараза. На республиканской трассе лоб в лоб столкнулись кроссовер и пассажирский минивэн. От удара последний перевернулся в кювет. ДТП произошло ночью на объездной трассе Западная Европа-Западный Китай. По версии полиции, 30-летний владелец «Лексуса» вылетел на полосу встречного движения, где в это время ехала «Тойота Альфард» с пассажирами. Люди направлялись из Алма-Аты в Туркестанскую область. Очевидцы говорят, что 23-летний водитель минивэна даже не успел среагировать. Его пассажиров буквально раскидало по обочине. На месте скончались 6 человек. Еще 6 с разрывами внутренних органов, серьезными переломами доставили в городскую больницу. Двое из выживших сейчас в реанимации. Их состояние врачи называют крайне тяжелым. На месте происшествия скончались оба водителя и по 2 пассажира с каждой машины. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345, части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначены все необходимые экспертизы.